мы вышли из одной гостиницы. Миша едет, как зима, так все сразу, короче, первый день снега, вчера выпал. И все, у людей начали окна фигачить. Миша сейчас едет в офисный центр с приводом, а редуктор тоже сломался. А я еду в гостиницу сейчас. Тоже посмотрим, что там с окном. Не могут закрыть, короче. Взял привод поворотный просто, ну, временный, там, бушный какой-то. Мы некоторые оставляем так, про запас. Вот. Чтобы хотя бы ночью передержаться. Вот. Так. Уже снег чистят. Завтра у нас суббота, завтра мы будем работать в банке. Нам на прошлой неделе не разрешили работать. Допуска не было, а спецслужба. Сейчас нам вроде допуск дали. Вот ручки, кстати, от нее. Допуск дали, будем выходные работать. Так, ну что, едем в гостиницу. Так, приехали. Берем инструмент и идем искать это окошко. Вот это все, вот это. Ага, ничего себе, он притащил. Я тоже. И там скотч он наверху. Я вижу, да. Так. Вот это? Да, редуктор. Так, что надо скрывать как-то. Пока, пока будем надо. Закрылось? Так. Что у нас фурнитура? Рота. Ручка крутится во все стороны. Сейчас как мы сделаем? Снимем эту петлю и скинем ее с верхней петли. Скорее всего, так получится, но по-другому никак не получится. Так, стременка пошел. Штифт сняли. Блин, там у нее же это... Так, с петли я ее снял, у нее там противовзломный стоит элемент снизу. Надо как-то повернуть его. Ну, сейчас повернуть, надо протолкнуть его, соответственно, надо вверх тягу протолкнуть. Тогда он освободится. Наверх надо залезть будет и фурнитуру попытаться протолкнуть вверх. Не, я просто только вправо сдвинул, и она выскочила вон из этого грибовидного противовзломного ответной планки. Сейчас мы просто снимаем. Опа! Так. Ну, надо посмотреть. Цапфы не крутятся. Дмитрий Сергеевич сюда подвез заранее, пока я ехал, кучу всякой фурнитуры, которая у нас лежит в офисе. Это в основном бэушка. Клюшка какая-то. Нам сейчас надо найти просто привод поворотный и заменить его. Этот снять и поставить другой. Да. Редуктор накрылся. Развалился весь. Ну что ж, бывает. Так, нашел поворотный привод от Зигении. Сейчас мы его туда поставим, чтобы временно закрыть окно. Прикрутим и прикрутим ответки, будет закрываться. Они так любят рыбку.
такие сорта как? Все ответки снял, чтобы они не мешали здесь. Поставил две только, которые буду закрывать. Опа, чуть такое. Высоко, что ли, поставил. Пробуем еще раз. Все. Закрыто. Так. Получается, что у нас тут 13-й пас. Надо менять обвязку. Ну все. Решение сделали временное. А дальше будем менять фурнитуру. Сейчас надо померить будет по фальцу. 835, 1116 и ручка 16%. Вариант временного решения проблемы. Всегда можем подъехать, экстренно исправить. Потому что сейчас он пока делал, тут уже все в воде. Так, ну что, вот выезжаю я. А он говорит, типа, так вы же нам регулировали. Я говорю, мы когда регулируем, мы всегда меняем уплотнитель. Мы не будем регулировать, не заменив уплотнитель, потому что мы, не заменив уплотнитель, не дадим гарантии. А, ну может быть, да, может и не вы тут регулировали, а может и не регулировали. Ну, условно, почему? Редуктор сломался, стойка была опущена. Тут просто телезвонок был, к слову, о гарантиях и прочего, да, то есть, ну, если мы меняем уплотнитель, мы всегда даем гарантию. То есть мы меняем уплотнитель, мы регулируем, это все стоит стоимость. Там, может быть, чуть-чуть кому-то кажется, что у нас стоимость немного большая, но нам так не кажется. Вот. А почему у них такая ситуация произошла? Потому что все знают, что оконные створки иногда провисают, их надо чуть-чуть обслуживать, подрегулировать, условно, можно сказать, да? Вот. Ну, в этом случае надо было просто расклинить ее. У нее нижняя ЦАП выходила по пластику. Так не должно быть, она должна быть висеть в воздухе, а она ходит, у нее повышена нагрузка. Ну, кто там, гость, да, постоялец, ну, надо было закрыть окно, он, конечно, усилие, ручка хорошая, там тоже ротовская, усилие приложил, ну, вот редуктор развалился. Как инженер сказал, можно и слово из трех букв сломать. Вовремя не обслужили, но это, опять же, не выпрек, да, там, инженеру там уже. Ну, просто принцип, да, вовремя ты не обслуживаешь. Как говорится, зубы ты вовремя не лечишь, кариес, потом приходится импланты вставлять дорогие. А так бы пломбочку поставил, и все, малой кровью обошлись. Ну вот здесь надо будет фурнитуру ставить. Мы с ротой не работаем, так что мы будем зигению, просто новую зигению поставим, и все. И дело с концом. Вот такие пирожки у нас. Экстренно мы подъехали, то есть, ну, буквально мы работали. В 11 часов нам позвонили, мы быстро организовали. Дмитрий Сергеевич у нас подвез наши запасы фурнитуры, вот которые здесь у меня сзади лежат сейчас. Мы, соответственно, как у нас все было готово, как фурнитуру привезли, оперативно подъехали, вскрыли в створку. И что, временное решение. То есть сейчас у него, ну, все прижимается, все работает. Вот на следующей неделе будем ставить, значит, фурнитуру. Он уже говорит, давайте. Спасибо большое, что так. Так как будто бы и не бывает, что позвонил, через 2 часа уже все тебе решили. А вот у нас бывает. В общем, ладно, опять же, напоминаю, мы тут собираем на камеру. Если вы, конечно, смотрите это в 2025 году, скорее всего, камеру я уже купил. Но если вы смотрите в ноябре 2022 года, знаете, что мы сейчас пытаюсь собрать донаты. Донаты это называется. На свою карточку Сбербанка. Пока 2 человека мне только прислали средства. Им большое спасибо. Ну, маловато пока, не хватает. Так что давайте поддержим и все-таки соберем. Докажем всем. Ох, ничего себе. Жестко, конечно. Чуть не въехали. 2 бэхи в бэхе. 5 в 6 чуть не въехал. Ладно. Да, на дороге, конечно, опасно. Сейчас есть снег, каша. Так что буду закругляться. Все, всем спасибо. Кто мне что-то будет присылать, всем спасибо сразу. Да, всех напишу текстом, да, имя. Кто присылает, отблагодарил устно. И будем пилить новый контент. Все. Короче, что-то я начал очень сильно болтать в конце. Ну, естественно, подписаться надо.